Добрый день и добро пожаловать в студию по уходу за кожей Oriflame. Сегодня мы поговорим о тенденциях в уходе за кожей лица, о том, как важно всегда выглядеть молодо и о том, как вы сможете выглядеть гораздо моложе с помощью высокотехнологичных средств по уходу за кожей лица от Oriflame. Косметика по уходу за кожей лица – это наше наследие. 47 лет назад братья Афьёкник основали косметическую компанию. В ее ассортименте была косметика по уходу за кожей лица. И до сих пор это любимая категория постоянных покупателей. Мы пригласили двух экспертов. Сегодня в нашей студии Светлана Назарова, косметолог-эксперт Oriflame стран СНГ. Добрый день. И Елена Решетникова, эксперт по продукции Oriflame. Добрый день. Сегодня при всем разнообразии косметических брендов и средств на рынке очень сложно сделать выбор и довериться какой-либо марке. Светлана, вы профессиональный косметолог. За вашу карьеру вы работали с многими марками косметики, в том числе и профессиональной. Скажите, что вы думаете о косметике Oriflame? Вы знаете, исходя из своего опыта, я могу выделить три основных момента, которые отличают компанию Oriflame от других брендов. В первую очередь, это быстрый визуальный эффект, который возникает на коже сразу после нанесения крема, и это подтверждено высококлассными научными исследованиями. Второе – высокотехнологичность, настоящие шведские инновации, очень мощные разработки и исследования, которые мы проводим в нашем институте исследования кожи в Стокгольме и в научно-исследовательском центре в Дублине. И в-третьих, это высокое качество продукта по разумной цене. Как Светлана уже отметила, наши продукты показывают прекрасные результаты, которые не только не уступают конкурентам, но и превосходят некоторые продукты премиум-класса, которые стоят в 5 раз дороже на рынке. Елена, я знаю, что вы посещали нашу внутреннюю лабораторию Ориderm, в которой проводится тестирование продукции. Скажите, какие у вас впечатления? Процесс создания и производства одного продукта в среднем занимает около 5 лет. Сначала в Стокгольмском институте исследования кожи проводится подбор и тестирование активных натуральных ингредиентов. Затем разработка передается в научно-исследовательский институт в Дублине, где более 200 ученых с мировым именем продолжают заниматься созданием средств. На самом деле в этом процессе есть еще несколько аспектов, на которые хотелось бы сделать акцент. В первую очередь у нас полувековой опыт работы с категорией средств по уходу за лицом. У нас более 20 патентов, 20 уникальных разработок, которые используются только в наших продуктах. 9 новшеств сейчас находятся в стадии получения патента. У нас в Институте исследований кожи работают более чем 200 высококлассных ученых. У нас очень серьезные стратегические партнеры – это институты в Упселе и институт исследований кожи в Стокгольме. Компания Oriflame является учредителем и владельцем Института исследований кожи, где мы проводим различные исследования. Кстати, серия коллагена, о которой говорила Елена, это инновация именно нашего института. И в этой связи хотелось бы отметить, что мы первые, кто предлагает эту инновацию, именно стволовые клетки, это эволюционное открытие в косметологии. Мы первые, кто предлагает в наши руки круг, потому что только некоторые марки класса премиум его сейчас могут предложить на рынке. Елена, у нас есть потрясающие технологии по борьбе с процессом старения. Но что в общем мы сможем сделать с процессом увядания кожи? За последние годы мы узнали очень много о процессах старения. Таких ключевых процессах, как обновление клеток, синтез коллагена, барьерные функции кожи и некоторых других, над которыми работают ученые из Института исследования кожи в Стокгольме. Большой багаж знаний привел нас к более ясному пониманию физиологии кожи. Теперь мы можем предотвращать и эффективно корректировать признаки старения кожи. Сейчас мы работаем над решением таких проблем, как улучшение упругости кожи, защита от ультрафиолетовых лучей, предотвращение появления морщин в области глаз. Предлагая женщине разнообразные средства, направленные на борьбу со старением кожи, мы тем самым даем ей возможность взять под контроль процесс своего старения. Также очень важный аспект, что Oriflame предлагает разнообразный ассортимент средств по уходу за кожей для различных целей. И это очень здорово, на мой взгляд, быть частью процесса, цель которого – улучшение жизни людей. Для любой женщины всегда очень важно выглядеть молодо, поэтому мы стараемся уделять как можно больше внимания тем признакам, которые выдают возраст. Светлана!
Скажите, пожалуйста, какие исследования проходили в данной сфере? Ученые провели исследование и назвали его «Отражение возраста». Мы проанализировали структуру кожи более чем 1000 женщин, и мы теперь можем понять основные процессы, которые происходят в коже при старении. Смотрите на этот слайд. Насколько старше выглядит женщина слева? На 10 лет, не правда ли? А на самом деле обоим женщинам по 45 лет. Благодаря этому исследованию мы теперь знаем, какие процессы происходят в глубине кожи. Мы анализировали тусклый цвет лица, мы анализировали выраженные глубокие морщины, пигментацию, неровности кожи, расширенные поры. Все то, что является отражением возраста женщины на лице. Эти исследования, они очень помогли нам в понятии процессов и будут в дальнейшем помогать в поиске средств борьбы с процессами старения кожи. У нас есть потрясающие технологии и глубокое понимание нужд наших потребителей, а также факторов, которые влияют на восприятие возраста. Елена, скажите, как эти преимущества отражены в продукции Oriflame и какие новинки появятся в ближайшее время в серии по уходу за кожей? Сейчас мы работаем над созданием косметики нового поколения. Она должна быть натуральной и направленной на мгновенное преображение кожи. Если вы заботитесь о молодости и красоте вашей кожи, то Oriflame – это тот бренд, который поможет вам. Мы также хотим продолжать рассказывать о высоком качестве нашей продукции, о существующих продуктах, о новейших технологиях, которые используются, о том, сколько времени ушло на их разработку. В Oriflame мы знаем все об уходе за лицом, и вы можете доверять нам заботиться о вашей коже. Спасибо, Елена. Спасибо, Светлана. Сегодня мы поговорили о том, благодаря каким факторам средства по уходу за кожей лица от Oriflame действительно помогут вам выглядеть моложе. Ведь научно доказано, что процесс старения кожи на 20% зависит от генетики, а на 80% зависит от ежедневного ухода. Поэтому вы сами выбираете, на сколько лет вы хотите выглядеть.